На календаре 12 октября, за окном прекрасный солнечный день. В это время на железнодорожном вокзале прошло торжественное отбытие делегатов Республики Татарстан в город Сочи. Именно там пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира. Всего из Республики Татарстан на участие было подано 2674 заявки, но отбор прошли только 200 человек. Это самое большое количество заявок на участие. А из 200 делегатов от Татарстана 66 участников будут представлять Казанский федеральный университет. Помимо делегатов мероприятия примут участие волонтеры из Татарстана, их 180 человек. Участница 19-го фестиваля молодежи и студентов рассказала, что необходимо сделать, чтобы стать частью такого грандиозного события. То есть нужно иметь хорошую папку, хорошее портфолио для того, чтобы пройти отбор. Для меня очень важно, во-первых, получить хорошее образование, но также, помимо качественной учебы, успевать делать другие вещи. Например, состоять в разных общественных организациях, выполнять другие проекты общественные, благотворительные, социальные. И это очень важно, это очень хороший бэкграунд, который тебе поможет как раз оказаться, например, в будущем на месте участника будущего фестиваля. Проводить участников фестиваля пришли не только родственники и друзья, но и активисты молодежных общественных организаций. Было сказано много добрых напутственных слов. Чтобы вы, на самом деле, вернулись оттуда яркой, прекрасной, дружной командой, которая будет и дальше работать на благо нашей прекрасной республики. Участники поделились своими эмоциями и рассказали, чего ждут от 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На самом деле для меня фестиваль — это такое событие, которое обладает невероятно большой историей. И быть частью события, которое началось задолго не только твоего рождения, но и рождения твоих родителей, это просто невероятное ощущение. Фестиваль — это невероятная площадка для обмена опытом студентами. Я биолог, и для меня очень важно получить какой-то фидбэк, информацию от других студентов, тоже ученых, молодых ученых, как они планируют развиваться в нашем современном мире. Жду прежде всего хороших эмоций, новых знакомств. Мне показалось это событие очень интересным. Есть возможность познакомиться с огромным количеством людей, завести новых друзей, отлично время провести, Сочи посмотреть, словом, одни отличные возможности, почему их упускать. Эмоции уже переполняют, хотя мы вроде еще пока только на ЖД вокзале. Действительно, к этому событию готовились очень-очень долго, и для нас это действительно важно — представить нашу республику во всей красе. Я представляю площадку культуры и творчества, между прочим, именно на эту площадку был самый большой набор и самый большой конкурс. 14 человек на место. В Сочи соберутся молодые лидеры из различных сфер. Творческая, спортивная молодежь, молодые журналисты и ученые, преподаватели вузов и многие другие. На фестивале участников ждет насыщенная дискуссионная и культурная программа, а также спортивные и научно-образовательные мероприятия. В заключение все участники сделали памятную фотографию с флагами Республики Татарстан. А представители площадки творчества исполнили для них песню «Молодежь Татарстана». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.